Как улучшить конституцию ребенка, я имею в виду аномалию конституции, предрасположенность к болезням? У каждого есть свой сценарий. Это проявляется очень рано, мы буквально в раннем детстве мы видим. Первое, что в острых состояниях не мешайте дать организму справляться с патологией. Повышается температура, но не трогайте. Во всех протоколах даже сказано. 5 дней пусть потемпературит ваш ребенок. Но крайняя температура, ладно, уже включайтесь, когда там 39-40 температура. Но 38-38,5 это не повод давать жаропонижающий ребенок. Я имею в виду первые 5 дней заболевания. Конечно, обследуйте, исключите и пневмонию, исключите тяжелую патологию, какие-то септические состояния. Не трогайте кожу, не замазывайте сыпью. Не подавляйте выделение износа. И не мешайте ребенку, если он болеет респираторным заболеванием, не подавляйте кашель. Этого уже достаточно для того, чтобы вы не подавляли силы защитные, адаптационные силы для правильного развития ребенка. Потому что все начинается с малого. И вы начинаете на корню подавлять все защитные силы ребенка, не давая даже возможности отреагировать на какую-либо опасность.